Здравствуйте, с вами Android Андроидыч. Сегодня хотел поговорить о интересной игре, которая называется Ready Steady Play. Она представляет себе аркаду с разнообразными играми. Одна из таких игр, вот мы как скачем на коняшке и перепрыгиваем различные препятствия. Помимо этого есть еще тир, в котором вы будете пытаться убивать различных ковбоев и делать так, чтобы не убить мирных граждан. Очень крутая игра, также еще какая-то еще вторая и третья игра появляется, вы сможете в нее играть. То есть для того, чтобы открыть следующую игру, нам нужно набрать как можно больше очков в предыдущую. Очень прикольная игрулька, обладает такой черно-белой графикой, но она достаточно красиво сделана, анимация и все остальное. Вот. Если вам нравятся такие игры и вам понравится такой стиль, советую в данную игру сыграть. Еще раз повторюсь, это не единственная игра, которая тут есть. Это как бы сборник всяких аркадных игр. И это не самое интересное. Там есть еще и круче. Поэтому нравится, обязательно советую в нее сыграть. С вами был Android Андроидыч. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.